Сейчас финальная встреча. За первое место 48 килограммов вольная борьба. И затем награждение сразу я уже объявлял. Еще раз повторю потом, чтобы не задерживать ваше внимание. Итак, встречается в красном трико борец Исламской Республики Иран Араб Али Мехран Ферзоли. Синим трико борец Узбекистана Надирбек Якуба. Призер первенства Азии и один, и другой. Команду Узбекистана возглавляет Шухрат Мамадалиев, тренеры Латиф Халимов и Асрор Хужамурадов. Кто возглавляет Саудовскую Аравию, не знаем, они не сдали нам анкету. И уважаемые спортсмены, особенно вас касается, вот сейчас последующее объявление, и тренеры, представляющие команды, за нетактичное, больше того, скажу, хулиганское поведение, вот сейчас в раздевалке, Эльдар Асакаев. Россия снимает соревнования, дисквалифицируется, и вопрос о нем будет решаться в его коллективе. Мы надеемся, что очень строго. В таком возрасте надо, да в любом возрасте, но не надо плохие примеры брать со старших. Асакаев будет наказан по всей строгости спортивной. Приготовиться для награждения. Награждение проводит Норовар Арустамян. 40, 43, 46, 53 килограмма. Греко-римская борьба 45, 48, 51 килограмм. Вольная борьба 45 и 55 килограмма. Все спортсмены, занявшие призовые места, собраться в фойе вот там слева. Около ковра А. На построение для выхода на награждение.
Thank you.
Интереснейший поединок, конечно, напряженный финал, в котором победу одержала